Всем здравствуйте, меня зовут Елена, канал «Счастливая улитка». Сегодня видеообзор полностью кроватки для куклы с матрасом, постельным бельем, ковриком у кроватки, покрывалом, подушечками и пижамой для куклы. Все, что я сегодня покажу, я снимала и показывала, как делала. На все есть отдельные видео. Ссылка на плейлист под видео. Начну с кроватки. Она тоже самодельная. Ее сбивали, затем красили в белый цвет и обтягивали кожзамом. Под спинку кроватки, вот вы видите, спинка у нее мягкая, там поролон. Вся эта кровать вместе с постельным бельем, все, что я сегодня покажу, делалось именно для этой куклы, которую вы сейчас видите. Это Барби, которая куплена много лет назад. И я показывала, как мыла ей волосы, вязала и шила одежду. В кроватке шила матрас. Он получился почти как настоящий. Простынь обшила кружевами. Подушечка для сна. Ткань и кружево сделала как на простыне. Ну, мне она очень нравится. Одеяло. Весь комплект из одинаковых материалов. Специально, чтобы все подходило друг другу. Получился комплект постельного белья. Шила по размеру, чтобы кружево было над кружевом. Ну, как бы получилось два ряда кружева, когда кроватка застелена. Получается внизу кружево от простыни, а сверху кружево от одеяла. Прикроватный коврик в технике пэтчворк или лоскутное шитье из остатков ткани. Дальше покрывало. Оно белоснежное и переливается блеском. Но на камеру я белое, у меня снимать так не получается, как оно в жизни. И сделала также подушечку. Сверху покрывала из той же ткани, что и само покрывало, она белая. Получилось как для принцессы. Но она и есть для принцессы. Для сна кукле шила пижаму с ушами. Кукла готова ко сну. Думаю, маленьким рукодельницам понравится играть с таким комплектом. Все шьется и делается очень просто. Я показывала свои идеи и в видео я показала, как эти идеи воплощались в жизнь. Все эти видео я снимала и загружала еще в 2019 году. Мне очень нравится то, что у меня получилось.
Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.